Армения из-за бедности пустеет, а католикос принимает подарки. С таким заголовком вышел видеоматериал под авторством, кого бы вы думали. А вот и не угадаете. Фариды Мамедовой. Да-да, той самой азербайджанской недоученой албановеда, теория которой провалилась в пух и прах. Но как бы приветствуется, и приветствуется только в Азербайджане. И то не всеми. Ведь пантюркизм в этой стране тоже никто не отменял. Теперь Фарида Ханом решила блогом обзавестись под ником Людмила. Странно, что не коренная албанка. И начала со скорбью рассказывать о событиях в Армении, даже с акцентом на генерала Манвела Григоряна, в доме которого, кроме автомобильной коллекции, оружия и прочего, нашли тонны сгущенок и тушенок, предназначенных для армии. На фоне арестов в Армении чиновников, конечно же, Азербайджан решил внести свой бирабасы. Конечно же, не столько в поддержку армян, а сколько якобы устыдить. Хочу обратиться к ханым и беям, сосущих каспийскую нефть, не оставляя ни капли собственному народу. Чья бы корова мычала? Вы кого устыдить-то пытаетесь? Армян, которые наводят у себя порядок и мужественно взялись за своих чиновников? Или себя без штанов, которые боятся слова молвить в адрес тех же азербайджанских чиновников, грабящих вас? Армения не пустеет, и вы это знаете. Ибо если бы она пустела, то вы бы просто вошли туда без единого выстрела. А пока же у вас и с выстрелами не получается. Захватывайте свои же территории и радуйтесь этому. Но об этом чуть позже. Вам бы взять пример с Армении, чтобы из вашего мазутного султаната не бежал народ. И взяться за те самые офшорные зоны, где хранят деньги Алиево-Пашановский клан, например. Что касается генералов, то если покопаетесь по сусекам азербайджанских генералов, то в два раза больше тушенок найдете. Если в советские годы Азербайджан по коррупции и взяткам уступал только рашидовскому Узбекистану, то наивно было бы думать, что сейчас в Азербайджане идиллия. Ей-богу, не смешите. Ваши кланы от генералов и министров до президентской четы только делают, что грабят народ. В интернете полно независимых источников, расследований, с которым вы и сами можете ознакомиться. Мне и добавить-то нечего. Какие только страны не задействованы для черного бизнеса. И Чехия, и Эмираты, и Болгария, и Турция, и Пуэрто-Рико, и турецкая часть Кипра. А на Мальте так и вовсе азербайджанцы прославились как мафиозная структура, пришедшая на смену ливийцам. Недавно только я оттуда вернулся. Кстати, и неудивительно, что именно на Мальте была убита местная мальтийская журналистка, которая разоблачила счета Алиева в офшорных зонах и выставила их во всемирную сеть. Между тем, простой народ азербайджанский как продавал тыкву, так и продает по всей ее России. И пытаются получить российское гражданство. С чего бы ради они покидали мазутный султанат? Вроде не Армения, не из камней, но покидают. Так что подоите корову, чтобы она не мычала. Кстати, о корове и дойке. Фарида Ханум решила и католикоса обвинить, что, мол, армяне нищие, а католикос дорогие подарки принимает из золотых тростей. Уважаемая, вы хоть определитесь, что ли? То армян мерите по себе, говорите, что армяне платят всем, чтобы удревнить свою историю. Даже до Геродота и Плиния дошли. То говорите, что армяне нищие. Но опять же, я нисколько не защищаю католикоса. Подарили – получил. К католикосу я тоже отношусь без всякого уважения и не боюсь это сказать. Но почему вы умалчиваете о свиных делах? Ваших свиных делах? Загляните в Карловы Вары, когда будете в Чехии.
Только местные псы и кошаки там не знают, кто такой шейх Улюслам Аллах Шукюр Паша Заде. Так вам Чехии и обители его покажут, и бизнес. Это так, на всякий случай. И последнее. О том, о чем обещал сказать в начале. Хочу поздравить легендарную азербайджанскую армию с очередной победой над самими собой. Вы люди джихада над нафсом, и это радует. Думаю, не нужно вам, мусульманам, объяснять, что такое джихад и нафс, но христианам поясню. Джихад – это усердие, а нафс – сущность человека, скажем так. Только сколько бы у вас не было джихада над нафсом, намус никак от этого не появится, уверяю вас. Видимо, нужно быть ахлю сунна валь джамаат, а вы пока самоистязанием занимаетесь в Нардаране. Послушайте, если у вас хоть грамм серого вещества в голове, вас нагылами, сказками кормят, и постоянно новое меню, то одно селение захватили, то другое селение. Создают видимость, что отмывание денег на вооружение действительно дают свои плоды. Так почему же ваши беженцы до сих пор в черном городе в общежитиях живут и не возвращаются в так называемые освобожденные селения? Сколько семей вернулось? О каких землях речь и где вы видели, чтобы без боя земли завоевывали? Причем не Карабах, а Армению. Речь, конечно же, идет о селении Гуннут в Нахичеване, которое якобы освобождено. От кого? От лис? От волков? От шакалов? От кого оно освобождено? Если это селение без того было на территории Нахичевани и не относилось, во всяком случае, почти последние 100 лет к Армении. А то, что жители села боялись там жить из-за близости армянских позиций, так это их проблема, это ваша проблема. Граница Армении и Нахичевани осталась на прежнем месте. А если бы сунулись в Армению, то вы бы хоть, я не знаю, вы представляете, что бы было? Это не Карабах, где ваши власти причитают, что, дескать, Азербайджан ведет войну на своей территории. Это Армения, признанное ООН государство. Китайцы уже много лет рвут и мечутся, не зная, как заполучить географическое расширение своей страны без войн и насилия, поскольку только 60% земельных угодий Китая пригодны к жилью, а население уже давно перевалило за миллиард. Чего только не предпринимают китайцы, но все усилия оказываются тщетными. Поэтому азербайджанскую новость о «заходи и живи» восприняли сначала с удивлением, а потом поняли. Хуйнян? Шинима хуйнян? Хуйнян? Оши хуйнян? Оши хуйнян? Впрочем, думаю, вы и сами понимаете всю глупость, которую впихиваете своему народу. Да и далеко в Китай за этим ходить не нужно. Истина, она всегда где-то рядом. Под ногами, как говорится. Вот, к примеру, зайдем на сайт hakkin.as. Новости, разбитые на рубрики. Вот первопопавшая новость на урле, так и написано. News. Все верно. А теперь зайдем новость об освобождении села Гуннут. И что мы видим на урле? Верно. Комикс. Это не моя, это ваша подача. Вот таким комиксом и питаете закормленный до дыр черепной коробки свой же собственный народ.